27 января в Пенсионном фонде состоялась очередная пресс-конференция в режиме видеосвязи. Присутствовали руководитель Пенсионного фонда по Кашихабльскому району Аслан Ашев, а также начальники отделов. Видеоконференция содержала следующую повестку. Реализация федерального закона от 29 декабря 2015 года 385 ФЗ о приостановлении действий отдельных положений законодательных актов Российской Федерации. Внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий. По данному вопросу выступила зам. Управляющего отделением Рима Мами. Об особенностях индексации страховых пенсий с 1 февраля 2016 года доложила Марина Браук. Материнский капитал – нововведение с 2016 года. Установление величины прожиточного минимума пенсионеров Республики Адыгея на 2016 год в целях установления федеральной социальной доплаты к пенсии озвучила начальник отдела Марина Хацукова. В процессе видеосвязи работники Пенсионного фонда Кашихабльского района смогли задать интересующие их вопросы и получить